полузащитник сборной БФУ имени Канта по футболу Лев Тимошкин. Чего не хватило в атаке, чтобы дожать соперника? Мне кажется, не хватило характера. Мы могли легко дожимать их. Ну и после красной карточки нашего защитника уже было тяжело. С учетом минувших игр, наверняка сделаны уже определенные какие-то выводы. Вот какой футбол ожидать завтра на заключительной встрече? Оборонительный или атакующий все же? Мне кажется, оборонительный все-таки. Много потерянных игроков. Надо восстанавливать оборонительные линии. Спасибо.